Идем вот летать на этой беленькой. По ощущениям, конечно, она надежности не внушает, но поговорив с пилотом, мы поняли, что мы в надежных руках. Они сказали, что даже если движок отключится, то можно как на парашюте сделать подушку и приземлиться. В общем, двигатель не нужен. Супер преимущество этого летательного аппарата в том, что у них используется двигатель Rotax, его можно заправлять прям 95-м автомобильным бензином. Down again. Rise up. Long time I broke the chains. I tried to fly. Вот такие вот у меня органы управления. Ручка, вперед, назад, влево, вправо. Это газ. Это у нас тормоз. Так, вот. Маленько. Держаться ни за что не нужно, можно там подогревать. Это все будет. Я могу. My dream is to fly over a rainbow so high. My dream is to fly over a rainbow so high. Это вообще никакая не защита. Так, это потом ты делаешь, что ты едешь это, да, самообманом. Когда ты просто по ветру идешь и перед собой все это без стекол, это, конечно, своими глазами. Это вот такое ощущение вот именно открытой кабины. Понравилось? Обалденно вообще. А вообще, по какому у него предназначение? Ну, вот это что, спасательный больше или прогулочный? В воздушном контроле чего-то с воздуха. Лесов, пожаров, чего-то там, каких-то браконьеров. То, что можно увидеть. Потому что его можно, в принципе, остановить. Он, конечно, не вертолет, но его можно тоже остановить, он подприсядет. И можно что-то успеть рассмотреть, что если это будет самолет, скорость не позволит. Он проскочит, не заметит. В каких-то поисковых операциях, где-то кто-то потерялся в лесу, надо попытаться найти. До того, как я сел в этот самолет, у меня было одно ощущение. Как только я взлетел, у меня все кардинально изменилось. Появилось волнение какое-то такое. И, ну, то есть, нет никакой ни малейшей защиты. Ни стекла даже. Ветер, ты чувствуешь природу своими всеми органами. То есть, ветер в лицо. Ты на высоте. Тебя обдувает со всех сторон. Землю можно дотронуться почти практически рукой.